Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот много лет назад собирали стадионы поэты, и поэзия была востребована. Сейчас стадионы, может быть, и не соберем, но зал полный, это радует. Как вы думаете, чем это связано? Ты и вы. Это связано с правильным духовным пищеварением по-прежнему очень узкого, но лучшего слоя нашего отечественного населения. Ничего не прибавилось и не убавилось. Как всегда, пессимизм старших по отношению к младшим. И то, что махнули рукой, сказали, что это безнадежно, все ушло, и вдруг полные залы. И я говорю о поэзии. Не только здесь, везде, в городах. А вот этот проект с Аликой совместный, вот этот проект «12 месяцев танго», чья это была инициатива? У нас с Аликой есть один ближайший друг. Для меня главный человек в моей жизни. Галя Аксенова, моя жена, она же и очень важный человек вот в биографии моей младшей дочери. И Галя придумала и всегда старалась, чтобы мы оказались вместе. 10 лет назад на канале «Культура» был фильм «Лекарь по неволе», который я снял. И Алика сыграла там две роли. И убедила меня в том, что она прекрасная и очень интересная актриса в разных жанрах и амплуа. Вот. А это польское танго, это исключительно инициатива Гали и друзей. Мы бы не потянули, она связана была с большими затратами, но вот в моем уже совсем пожилом, ну не совсем, но все-таки пожилом возрасте, я узнал, что такое друзья-меценаты. Эта программа сегодня, это премьера. И это очень опасно было, потому что мы прямо с самолета, и вообще приличные, уважающиеся актеры не показываются в таком виде. Потому что я еще не возродился.